Все времена устройства для развлечений и разнообразное медиа-оборудование составляли важнейшую часть умного дома. Развитие техники и технологий в конце 20 века привели к появлению множества мультимедийных устройств, среди которых цифровые телевизоры, игровые приставки, сети и DVD-проигрыватели, мультимедиа-серверы и так далее. Наши дома, голосовые помощники и умные колонки пришли из мира поисковых систем и смартфонов. Первая умная колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa вышла в 2014 году. В 2016 году вышел Google Home, в 2017 HomePod от Apple, в 2018 Яндекс.Станция. В системы умного дома входят не только голосовые помощники. Аудиосистемы также могут быть интегрированы в него и стать не просто отдельными устройствами, но и получить новые функции. Важнейшая специфика аудиосистем умного дома состоит в том, что они должны обеспечивать многозонное воспроизведение с возможностью раздельного управления каждой зоной. В настоящее время телевизор – это и центр развлечений, и элемент дизайна, а также монитор для просмотра онлайн-ресурсов и видеоигр, экран домашнего кинотеатра и центр управления источниками видео. Сначала были плазменные панели. Плазму сменил технология LED, а затем OLED. Появились Full HD телевизоры. Далее появилась технология 4K, а затем 8K. Разработчики систем умного дома научили свои системы интегрироваться со смарт-телевизорами и пополно использовать их возможности визуализации и интерактивного взаимодействия с пользователем. Телевизоры не всегда могут обеспечить весь комплекс функций по выбору и распределению источников видеосигнала. Для этого используют системы распространения видеоконтента, HDMI-сплиттеры и концентраторы.
Вся современная техника комплектуется пультами дистанционного управления. Они предназначены не только для управления самим устройством, но и для управления смежными цепями и приборами. С одной стороны, производители смарт-устройств наделяют свои системы расширенными возможностями. С другой, производители систем умного дома расширяют возможности своих систем управления и позволяют с их помощью управлять смарт-устройствами.